Здравствуйте. Татьяна Мила, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, Ольга. Очень рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Здравствуйте всем. Добрый вечер. Спасибо за настроение. Это прекрасная традиция. Ведь правда? Да. Честно говоря, жду понедельник, жду 8 часов, потому как эти вопросы, тема нашего сегодняшнего эфира – как найти себя в 18, она затронула, судя по всему, по количеству вопросов, которые я получила, но она и, ведь ее и задали зрители. И мы не знаем, задал ли это 18-летний или более взрослый человек, потому как не потерять, как найти, как состояться, мне кажется, это такое тоже present continuous tense, это... Вечно происходящий процесс, постоянно происходящий процесс. И мне очень понравилось, если позволите, сообщение от нашего очень постоянного зрителя. Я уважаю Елену. Со школьных лет имею привычку записывать в блокнот или тетрадь фразы, которые заставляют меня задуматься. На самом деле, вот эта привычка доверять цитатам, выхватывать цитаты, задумываться над ними, на самом деле... Это действительно очень полезный лайфхак. Просто сейчас меньше читают, кто-то не успевает. И очень часто мы же с вами слышим, что очень часто жалуются на то, что меньше времени на то, чтобы углубиться в книгу, побыть с книгой. Стопки книг растут. Мне это очень знакомо. И я всегда, когда еду в путешествие, беру лишнее количество книг и практически не успеваю. Стала да. Вам сейчас свои книг. Да. Вот пока... Только распаковала. Четырехдневное путешествие. Поэтому, да. И вот цитаты действительно, знаете, я цитирую своих учителей, но я принадлежу к поколению, когда действительно мы с вами слушали, вдохновлялись, записывали. Я это очень хорошо помню. А часто ведь тоже жалуются, что часы общения переложили на телефон, и телефон нам добросовестно считает, сколько мы в нем провели времени и сколько уделили. И мне всегда есть чувство вины за то, что это время, которое мы взяли у близких, хотя это работа, можно как угодно это называть, да, и наша жизнь. Поэтому и Лена дает нам такую очень красивую, позволила себе дать нам таких 5 пунктов. Если бы меня спросил 18-летний ищущий, я бы порекомендовала задуматься над следующим. Чтобы остаться человеком, причин не нужно. Согласна? Абсолютно. Как это мудро. Да, это те цитаты, которые Лена выписала по жизни, она взрослый человек. Есть 3 вещи, которые никогда не возвращаются. Время, слово, возможность. А потому берегите время, выбирайте слова и он, и офлайн, и не упускайте возможности. Это мудро. Очень. Пустые карманы – не преграда к счастливой жизни. Преграды являются пустые головы и сердца. Твои мысли становятся твоей жизнью. Я все чаще и чаще слышу эту фразу от окружающих. Нет ничего более деформирующего личность, чем ложь и зависть. Да? Это действительно цитаты, которые осознанно, может быть, случайно попались, и человек выписал. И, судя по всему, Елена живет с этими цитатами долгие годы, зная, следя за ней и общаясь с ней. И это действительно очень полезный лайфхак. Наверное, книга, слово, речь, она всегда формирует. И у меня и есть... мысли. За ними тоже нужно следить, за этими скакунами. Да. И мой всегда прекрасный довод, параллель о том, что слово вылетишь, не поймаешь. Но если мы его напечатали, написали, то... Да, вот мы его увековечили. Точно. Да или нет, обдуманно, эмоционально, вечером или утром. Ну хорошо, пост можно стереть.
Но многие вещи, которые уходят в переписке, в мессенджерах, в имейлах, которые являются всегда документами. Поэтому научиться взвешивать слова и аккуратно дозировать слова – это, наверное, очень важный навык, независимо от образования, от вузов, от амбиций, от региона, абсолютно нет. Это такая прекрасная догма, и как раз со мной ездил Томик. Получила я сообщение от Лены сегодня, но со мной ездил Томик. Это Евангелие от Карла в русском переводе это звучит, а вообще «The World According to Carl». Это такой прекрасный сборник цитат Карла Лагерфельда, которого я уважаю за его работоспособность, за то, что он мне разрешил забрасывать свой стол, тоже сидеть в ворохе бумаг, потому как так делал он. И я себе тоже это позволяю. И чем больше я вижу интровертов, любимых мною, тем больше я вижу горы архива документов, книг на столе. И я действительно много знаю о жизни Карла и о его детстве. И мне, я упоминала, мне посчастливилось видеть его частный дом, его частные покои, его крыло особняка, который он снимал 26 лет в Париже. И мне было интересно даже... В момент, когда хозяина не было дома, все понятно. И вот это действительно мизансцена, мизанплас, антураж. И это, конечно, передает характер человека, и все сразу становится понятно. Это не подглядывание. Я была в гостиной. Насколько творческий ворох всегда был в его рабочем кабинете, это личная зона. Рабочий кабинет, я считаю, где работает художник, это все же личная зона. А это была представительская зона его столовой, гостиная и столовая, в которой накрывали ему и в которой он принимал своих гостей. На просвет окна, такая абсолютно геометрия, немецкая геометрия. Все в минимализме, но это было лет 15 назад. Он потом уехал из этого дома и переехал, и, как вы знаете, книги свою огромную библиотеку перевез. Но вот это пример, это инспирация. Вот смотреть, видеть и запомнить, я настолько остро это схватила, что я до сих пор все помню. И бокал, и текстиль, и вот этот порядок. Это было не стол, стеклянный стол, не имел скатерти, это были... салфетки индивидуальные, это было placemats, но этот класс шик, современный абсолютно. Но он же сказал, что мода меняется, остается стиль и класс, с ним ничего не происходит, и чем больше классики, тем с ним легче и интереснее жить. Да. И он сказал, ему принадлежит несколько цитат, я... счастье не гарантировано, и даже если оно присутствует, оно с вами, оно требует огромных усилий и огромной ежедневной работы. Это так же, как талант, как способности, если мы говорим, возвращаемся к нашей теме, как найти себя. Мне кажется, это мечта. Поэтому я вам доверяю. Я знаю, сколько вы работаете над собой и как вы к себе требовательны и насколько вы действительно ваши мысли становятся вашей жизнью. Это правда, вы достигаете. И это не мечты. Я уверена, что вы не мечтаете. Вы просто имеете план. Вы исполняете свои желания. Но я стараюсь свои мечты, конечно же, воплощать в жизнь. Какими бы нереальными оказались. Это самое увлекательное путешествие, которое мы все можем себе позволить, независимо от кошелька, независимо от материального, вот этой материальной подготовки. Поэтому мечты надо воплощать. Но это дисциплина. Здесь я согласна и с вами, и с великим Карлом Лагерфельдом. Это дисциплина, это огромный труд. И над счастьем нужно работать, и над ним нужно ежедневно трудиться. А еще одну фразу. Вы же знаете, я люблю шутить. Карл делал это лучше меня, поэтому процитирую. Когда люди показывают мне свою задницу, меня это не расстраивает, не смущает. Когда люди показывают мне свои чувства, это шокирует.
вот неординарная для меня фраза. Я думаю, что я ее близко перевела. When they expose their feelings, that shocks me. Да? И в хорошем, в хорошем и в негативном смысле, да. Мы иногда произносим, и мы не знаем реакцию. И потом нам приходится или извиняться, или обосновывать, да. Поэтому вот это владение словом, это про, это как раз прекрасная цитата про, про умение формулировать. И еще есть прекрасная, сейчас модно говорить о диетах, о том, чтобы быть красивым, совершенным. То бодишейминг, то не бодишейминг, то слим, то еще как-то, то такие модели, то другие модели, то 1,90 м, то совсем не 1,90 м. И он сказал, что диета – это единственная игра, единственная цель, где вы радуетесь тому, что вы теряете. Поэтому действительно все остальное в жизни мы приобретаем. Добрый вечер в Южную Корею, извините, не могла не. Поэтому есть такое Евангелие от Карла, я проверила, посмотрела, как она называется по-русски. Видите, в ней много у меня закладочек. И иногда трудно сосредоточиться, иногда нужно просто переключиться. И как раз вот такие издания, я знаю, что она несколько раз переиздавалась. У меня издание Thames & Hudson. Я нашла это в подержанных книгах на Амазоне, где много книг я покупаю. Это впервые эта книга была опубликована в 2013-м. Это издание 2018 года. Соответственно, представляете его популярность. И здесь прямо главы, и здесь прямо удобно. Например, я люблю это в самолете читать, когда более серьезная вещь, или ты из командировки летишь, или, знаете, нужно как-то чуть-чуть, как это сказать, уколоть себя, ввести в тонус. И вот эти записные книжки, она издана в прекрасном Софьяновом, таком красиво оформлено, удобно очень держать. Вот, поэтому такими вещами я всегда делюсь. Но есть у меня много цитатников, но это вот единственное, я прямо только что привезла и только что распаковала. Добрый вечер вам в Израиле. Да. Класс, прекрасно. Да, Карл, конечно, да. Истина всем, чему. Ну и что, что вы не занимаетесь модой? Ну и что, что вы увлекаетесь физикой или в IT? Это вечные фразы. Когда-то было такое выражение, крылатые фразы, помните? И это действительно, и я подписана. Сейчас есть много очень остроумных, такой игра слов. И действительно, ну, ценю, люблю, делюсь. Это же наш с вами эфир, поэтому я хотела с вами поделиться. Я знаю, как вы коллекционируете полезные названия книг и обложки, поэтому не могла с вами не поделиться, Ольга. Я думаю, все наши зрители очень вам признательны, и я в том числе, потому что, к сожалению, мне не попадалась эта книга, обязательно приобрету. Да, 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 она есть. Наш с вами общий знакомый Денис сказал, что она издавалась 3-4 раза в России, но у него есть уже годы. Я вам, позвольте, подам нашу подачу. Татьяна. Вы в таком приятном настроении, я прямо чувствую ваше настроение. Спасибо. Вопрос. Какие правила этикета нужно знать в 18 и не нарушать ни при каких обстоятельствах? Какой тонкий вопрос. Вы знаете, ну, конечно, правила этикета нужно формировать не в 18 лет, их нужно формировать гораздо раньше. И, вы знаете, я сегодня размышляла на эту тему, и мне кажется, что, конечно, первые вот эти навыки поведения для детей хорошо бы давать за завтраками. Это такое милое, интимное время для семьи. Мне кажется, что эти и правила... И тема есть. И появляется тема. Да. И появляется чудесное, прекрасное для обсуждения. И вот эти замечательные семейные завтраки, традиции которых возвращается традиция семейных столов, завтраков с родителями, с бабушками, с дедушками по выходным. Прекрасная платформа для того, чтобы обучать ваших детей и прививать им уважение, прививать им культуру, умение общаться, умение слушать и слышать. Поэтому завтрак, конечно, это такой большой кладезь для того, чтобы растить и пестовать ваших детей. 18 лет уже, мне кажется, у человека должно сформироваться какое-то личностное мировоззрение к этим годам. Очень интересный, очень тонкий возраст.
И мне кажется, здесь основное, Татьяна, это сформировать базовые ценности. Не столько даже, наверное, правила этикета. Вы их будете шиковать всю жизнь. Этикет же это существование, да. Правильно? Это правила сосуществования. И их невозможно вынуть из самого процесса, из понятия сосуществования. Но вот базовые ваши жизненные правила. Принципы, на которые вы потом будете опираться в жизнь, их хорошо определить к 18 годам. Что такое дружба? Что для вас любовь? Что для вас предательство? Что вы готовы отпустить? Что вы ни в коем случае не можете пропустить? Что для вас чувство собственного достоинства? Что для вас уважение к окружающему миру? Вот эти границы, и главное, границы себя, да, где начинаетесь вы и где заканчиваете, где вы заканчиваетесь. Та территория, куда никто другой не может наступить, даже ваши родители. Это вы, это ваша личная интимная зона, куда вы не впускаете никого даже по требовательному и тревожному стуку. Вот к 18 годам, мне кажется, это необходимо для себя урегулировать и понять. Согласна. Вы знаете, если нас спрашивают о каких-то действительно правилах, этикетом я занимаюсь профессионально, поэтому я позволю себе сказать, это может быть такой лайфхак, быть аккуратно, опять-таки, с фразами. Часто мы слышим фразу «я тебя люблю». «Я тебя люблю». Да, я в последнее время, знаете, она как-то вот теряет свой вес. Это для меня... И вы знаете, когда она пришла к нам из английского калькой, в английском LOL когда-то был lot of love. Да? И в то же время LOL это laughing out loud. Поэтому I love you стала отдельной фразой. И вы знаете, со мной случалось, люди переспрашивали, когда ты это говоришь, ты действительно что имеешь в виду? За этими словами стоят, на самом деле, это очень большое признание. Поэтому действительно такие фразы, реплики, которые стали «пока-пока», это не одно и то же. «Я тебя люблю» и «пока-пока» — это разные вещи, правда? Поэтому я не знаю, приходит ли это из сериалов, из кино, приходит ли это откуда. Но вот я боюсь таких фраз, я прям задумываюсь. У меня может измениться настроение, начинаю над этим думать и понимаю, как часто мы совершаем нехотя некие ошибки, и которые потом очень сложно исправить. Я думаю, что слушать... Во-первых, я думаю, самое главное правило — это знать, как представиться, кто ты. Это то, что вы сказали, свое личное пространство. Знать, кто ты, и что твое, и где ты. Не эго, а действительно просто знать. А имя и фамилия — это же и есть твои корни, твоя принадлежность. Мне кажется, вот это... устойчивость, знать свои корни. Я вчера как раз в маленькой островной деревне встречалась с дамами, которым 89-90, и они родились, их дети разъехались, и мы невольно несколько раз за вечер возвращали слово «корни». На них нужно уметь устоять. Но их нужно знать, их нужно вычислить. И вы прекрасно сказали о семейных обедах, о том, чтобы иметь повод общаться, встречаться, знать. И действительно разложить, знать, как называются члены семьи, что такое родня, из чего эта родня складывается, какие у вас ответственности, с чего ожидаете, что они ожидаете. Слово «должен», наверное, неверно, верно? Главное знать эти корни, потому что корневая система потом тебя удержит, какой бы ветреной, какие бы сквозняки в жизни ни случились. Не только как помощь, а именно знать, кто ты. Знать, где ты был, знать, куда ты хочешь и куда ты держишь. И это гены, это как бы мы ни крутили, на генетическом уровне очень многие вещи в нас. И мы можем от них бежать далеко, но вы знаете, так устроен человек, что потом он все равно возвращается. И так устроен, не только трамваи ходят по кругу, но вот эта точка, круг и понятие ответственность, это очень помогает, общение в семье помогает. Никто не должен этого делать. Мне кажется, это в интересах каждого члена семьи. Это теплое общение с родными людьми. То же самое родной мой. Родной. Вы знаете,
И все-таки есть некий долг родителей перед детьми, передать им эти знания. Не будет долго детей перед родителем. Иначе ни в коем случае. Это же песочные часы, как бы я ни любила эту фразу. Да, должны обязательно погрузить своего малыша, своего подростка в эту культуру. И мне кажется, здесь промелькнуло сообщение по поводу предмета. Он был, кстати, вот и в моем детстве, этикет жизни, не помню, как сейчас назывался он точно, но школа не сделает это за вас, никакой институт не сделает это за вас, никакие курсы, куда вы бы не отправили своего ребенка, да, он получит какие-то поверхностные знания, он будет знать, что вилка лежит с одной стороны, нож лежит с другой, а десертные приборы лежат по-другому. Знаете, поэтому мало меняет. Мы знаем прекрасный анекдот о том, как Гагарин выпил воду из-под лимона. И мы такие примеры помним и знаем, но это ничего не меняет в жизни. Он Гагарин и Ее Величество, ну, мы знаем этот пример. Вилка и ложка – это проще всего. Знать, как тебя зовут, знать, как ты представишь своих родителей, представишь людей, которые рядом с тобой, что ты о них скажешь, и как ты к ним относишься, как сформулировать. Да? Это, мне кажется, очень важно. Вопрос, чем я могу вам помочь? Это не светская, не дежурная фраза. А для меня как раз это не отмазка. Этот вопрос задается со смыслом, и он требует ответа. Это не дежурный вопрос. А уметь заботиться, ответственность иметь, заботиться о родителях и отвечать за них. Как бы ни обходилась жизнь, как бы все равно нет никого ближе тех людей, которые дали жизнь. И никакое государство, никакие пансионы, никто. Это может помогать. Но нужно только ваше внимание. Я вчера слышала рассказ прекрасной дамы, 89 лет. Она говорит о том, как они были в локдауне, и как они переживали карантин. И она сказала, в войну так не было страшно. Мы много потерпели, мы поколение, которое видели очень много социальных драм и смену строя, государственности и войны. Лишение, но никогда не было так страшно, как одиночество. Я смотрела в окно, я боялась людей. Дети звонили, но я их не видела. И вот эти ее слова, вы знаете, я даже, скажу вам честно, смахнула что-то под стол, потому что у меня катились слезы. Это было очень чувственно. Вот так она это рассказывала. Абсолютно благополучный человек, живущий в прекрасном доме, за которым заботятся дети, который, выйдя на пенсию, наверное, переедут жить дети. Чудесный дом. Знаете, самый главный акцент дома – библиотека. И рядом с библиотекой, вам пришлю эту фотографию, вам будет интересно, 5 поколений семьи. Фотографии. Фотографии с именами и годами жизни. И, конечно, как в любом доме, детские фотографии, внуки, рамочки – это тоже есть. Но корни, семья, где кто жил, это вот такое, знаете, как маленькое портретное такое, как... И это не частные фотографии, это фотографии семьи. Это украшение дома. Вот это обо мне. Ну и, конечно, личное общение. Того, что вот она не видит ни своих детей, и она находится в одиночестве, потому что мои родители, родители моего мужа, они тоже были изолированы, и они не видели практически Елизавету за все это время. То есть сейчас ей 1.5 года, и вот в течение 1 года и 3 месяцев они не видели, как растет их внучка. Ну, какие-то видео мы отправляли им, безусловно. Но особенно переживания сильные у бабушек, да, ну, поскольку здесь женское сердце, они в совершеннейшем шоке, ну как же так, вот растет девочка, они даже не могут не приехать в гости, пообщаться, обнять ее. Но слава богу, вот сейчас уже у них есть возможность приезжать, они привились. Вот, поэтому это, конечно, драма для взрослого поколения, потому что такой отрыв от своих детей, от своих друзей, от того, что их питает, а это не так много вещей уже во взрослом возрасте, а людям как раз пожилым, более взрослым, да, более таким, им нужно общение, им нужна человеческая поддержка, не книги,
не фильм, а им нужно непосредственное вот это живое общение, конечно, общение с близкими, с родственниками, с детьми. Поэтому, конечно, период сейчас мы все переживаем очень непростой. И Да, здесь, конечно, вот то, говорим, да, об этих корнях. Ведь это же не просто какие-то формальные, наносные, внешние вещи. Это то, что дает вашим детям стержень. Это то, что дает им опору на всю жизнь, да, ведь корни, именно корни держат это дерево, поэтому если вы эти корни углубите, вы покажете своему ребенку, где именно они у вас находятся, да, если он крону не... можно формировать. Крону можно как Нет. угодно переформировать, сделать ее в бонзай или выпустить ее дикими большими плечами. Но если дерево не устоит, и если корневая система не чувствует, все, первый шторм, и ваша вся, весь ваш бонзай закончится при этом, да? Поэтому, конечно, вот в 18 лет и как раз нужно знать, успеть спросить, успеть расспросить, потому что очень часто потом бывает позже, поздно, и мы не узнаем, как нас зовут и кто мы. Вот в этом имя. И это для меня действительно этикет, это правило, удобное правило существования, правило полезно знать. Но правило и вилка и ложка, как вы сказали, не имеет никакого отношения к тому, кто вы. Кто вы, это как вас зовут. И вот это для меня принципиально важно, и это действительно ваши правила, но сосуществование, забота о самом себе. Это точно так же. И забота о том, что вы знаете, что никто за вас этого никогда не сделает. Поэтому традиция общения в семье, это, конечно, очень важно. И вот мой приятель голландец, который вчера действительно тоже был с нами на этом вечернем прекрасной теплой встрече, он сказал, в Голландии нет такой традиции. В Голландии внуки не встречаются. Да, в Голландии есть, образно говоря, даже закон, когда вся семья, все члены семьи собираются раз в год. Почему? Потому что голландцы люди мира, как вы знаете, исторически были, да, и сейчас очень много голландцев живет, семьи разъезжаются, и есть закон, определенная дата сообщается в январе, обычно это август, период отпусков, когда все съезжаются, и нет причин не приехать, заранее сообщается. То он сказал, ну вот эта традиция, то, что все вместе, и дети, и взрослые, и кто-то приехал, кто-то уехал, и это действительно такое единение семьи. И он сказал, как хорошо, что местное телевидение неинтересно. Люди поют, люди играют, люди общаются, люди рассматривают альбомы, люди там чинят кормушки для птиц, готовятся к весне, обсуждают рассаду, и дети вместе с ними. Кто это детям потом все объяснит, если этого никогда не было? Поэтому это было для меня действительно очень чувственное путешествие к самой себе. Я просто слушала, я просто наблюдала, и, как вы знаете, успевала прятать слезки. И в этом тоже сила, когда вы можете выразить свои аккуратно свои чувства. Я в то же время не хотела ее обидеть, понимаете? Я не хотела, чтобы она у меня вызвала, но она бы смутилась, потому что я была их гостья, они меня видели впервые. Но это было такое искреннее признание. Вы знаете, вы же много путешествуете, вы знаете, иногда люди, которые встречаются редко, говорят друг другу более значимые вещи, чем о себе, о ситуации, нежели то, что они решились бы сказать тем, кому они видят ежедневно, и которые являются их близкими членами семьи. Правда? Так устроено. Это не я сказала, это сказал, скорее всего, Бунин, который очень много написал по воспоминаниям, по путевым, да, своих рассказов прекрасных и работ. Поэтому это бесценно. Поэтому вопрос, какие правила стоит не забывать молодым девушкам в соцсетях, он актуален. Но на фоне того, что мы с вами взяли в первые 30 минут, мы ответили на один вопрос. Я думаю, что вы Я скажете думаю, детям? по поводу того, что не вся информация, которая исходит от вас, она остается на века. И даже пост сейчас удалить крайне сложно. И он тут же перефотографируется, снимается, сохраняется в ненужных вам файлах и папках, которые могут всплыть когда угодно, через 10 лет, через 15 лет. Поэтому здесь нужно максимально взвешенно и очень аккуратно, именно своими эмоциями, делать все с холодной головой, ни в коем случае не под бокал вина.
как иногда оно бывает, и потом горькие сожаления, слезы раскаяния, но уже с этим ничего не сделаешь, это уже не вырубить никаким топором. Поэтому, конечно, молодым девушкам нужно быть максимально аккуратными, нужно думать, имеет ли смысл выкладывать какие-то полуобнаженные фотографии с бутылками шампанского, веселящимся, неизвестно куда ваша жизненная тропа вас приведет, возможно. Это совершенно барная история. Да, я крайне напоминаю своим слушателям, что соцсети это очень такая многофункциональная история. С одной стороны, это зеркало, если мы думаем, что это зеркало, да, это может быть зеркало. Это анкета. Человек, который вас впервые открывает и просматривает, как это еще называется, анкета, конечно. И замочная скважина одновременно. И она показывает больше, чем замочная скважина. Да? Любое ваше собеседование на работу, любая первая встреча. Все, соцсеть показывает все. Чем вы заняты, кто вы, что вы себе позволяете, каковы увлечения, с кем вы общаетесь, на что уходит в основном, что предмет интереса, всегда ли только вечеринка или всегда ли только ножка отставлена, знаете, под углом, стоять красиво, разрезик, и на что акцент. Поэтому, ну, и это сеть. Мне кажется, это так красиво называется сетью. Это сеть. Сеть — это попалась в сеть. Это в сетях. Но золотая рыбка тоже в сеть попалась. Кстати, золотую рыбку тоже полезно читать. Это одна из моих маленьких книг, которая претерпела все переезды. Она при входе в квартиру у меня стоит. Прекрасное издание. Семиша Лазаревич подарила однажды на вечеринке всем по книжке «Золотая рыбка». И это гениально, потому что знать наизусть фразы, действительно, сюжет «Золотой рыбки» и фразы, но это не фольклор. Это действительно мудрость жизни. Поэтому чтение «Золотой рыбки», сказки о «Золотой рыбке», конечно, развивает речь. И мы же с вами вводим молодежную лексику в свою речь, правильно? Ваши дети все-таки формируют, дарят вам прекрасные, шлифуют, тюнингуют ваш вокабуляр. Поэтому и я предлагаю, чтобы 18-летние тоже тюнинговали классикой свою речь, образы, фразы. Это всегда украсит. В конце концов, цитаты, с которых мы начали. Так что интересуетесь и вы, и в 18, и в 15, и в 22. Рассматриваю соцсети своих соискателей, кто хочет работать в компании. Я иногда могу и в открытую попросить прислать мне адрес Инстаграма или соцсетей, где зарегистрированы социальные сотрудники, потому что это дает очень хорошую кальку того, чем действительно увлечен человек, какой его образ жизни, куда вектор его интересов направлен, это все видно моментально. И, конечно, обращайте внимание на аватарку, которая у вас стоит, это очень важно. Но вообще портрет жизни все-таки это очень важно. И портрет это не... Но портрет это действительно это презентация, это важно, этому нужно учиться. И это, ну, 18, наверное, сложно, но вы знаете, даже в паспорте, да, по-моему, несколько раз нужно переклеивать была фотография, сейчас это легче, мы много ездим, паспорта быстро. Поэтому это очень интересное упражнение, да. Поэтому, конечно, все сводится к тому, чтобы ваши увлечения, ваше любимое дело, которым вы заняты, чем более вы многогранны, тем интереснее. Поэтому перелистывать виды спорта. Помните, кружки, виды спорта, увлечения. Вот это слово «кружок» я любила. Потому как ты можешь себе попробовать и не продолжать. Но в этом была какая-то система, правильно? Кружок. Это было доступно, это формировало твои навыки, умение общаться. Поэтому чем больше увлечений, тем больше, чем много, как это сказать, чем больше граней в этой прекрасной соцсети, тем интереснее. И проверьте, длина юбки – это не так важно, как действительно. Ну, я знаю, что вас как работодателя потенциально это может смутить. И вы можете действительно не продолжать собеседование, потому как очень многие вещи вас расстраивают. С этими юбками уж ладно. Есть более острые моменты. Да. Я не против мини-юбок. Я не против мини-юбок. Вы знаете, я это очень люблю. Ни в коем случае не против. И ни в коем случае не ханжа. И не считаю, что всегда, как я советую, нужно колено и локти, и ключицы. Ну, публичный портрет в офис. Это все-таки обязательство. Это
определенная этика, и это правило сосуществования. Но, пожалуйста, на даче, дома, на пляже, я же не прошу вас прикрыть ключицы каждый раз, когда любуюсь вашими фотографиями с пляжа. Вы очень красиво ответили всем комментариям, вы пожелали всем прекрасного дня. Так и надо. Это действительно очень красиво. Это пассаж, который абсолютно правильный. Как ответить на неприятный вопрос? Ничто так не убивает, как вежливость. Я представляю, что вы как мух убили очень много людей этим. Все. И это тоже сети, соцсети, перепалки, прочие комментарии, это тоже провоцирует соцсети. Это же network, сеть. Помните, сеть, хорошее дело сетью не назовут. А как при таком огромном изобилии и бешеном ритме современном не растерять найденное? Задают нам вопрос. Вот вы, я знаете, думаю, что лучше вас не ответит. По-настоящему вы его не растеряете. Вы будете его бережно держать в своих ручках. Поэтому вот за это как раз не беспокойтесь. Оно всегда останется с вами. Это уже ляжет в вашу... Сито. Ритм — это сито. Как сито трясут самородки, смотрят, что осталось. Пыль уйдет. А менее вкрапления стрясутся. Или как правильно сказать по-русски. А главное все равно останется. Но так мое золото. Я это видела в кино и с детства поняла этот образ, он мне очень понятен. Во что нужно инвестировать время молодой девушки помимо образования? Вопрос вам, Ольга. В самообразование. Читать, увлекаться, расширять круг своих интересов. С семьей, с родственниками. Узнать, чем помочь и кто ты. Начнем, да. А уже потом теннис, потом уже, знаете, fit and slim, это уже потом все. Зал, класс, world class. World class — это когда ты умеешь себя вести. Вот это для меня world class. И все, каждая молодая девушка должна уметь приготовить омлет из чего. Это тоже прекрасно. Я люблю sunny side up. Да, нужно что-то приготовить и произвести впечатление. Самостоятельность. Это только дает навык, сравнение, опыт, свой собственный опыт и свои собственные ошибки. Нужно инвестировать в это. Тогда вы быстрее получите интересный продукт на своей сеточке в сито жизни. Ошибаться главное. Можно 18 лет ошибаться и ошибиться, и полностью с вами согласна, это ваш бесценный опыт, это время и право на ошибки. Только вас, вам никто этот опыт нигде никогда не продаст, ни на какой подписке. Вас будут уверять, вам будут давать примеры, вам будут советовать. Послушайте, сделайте по-своему и поймете, ошиблись вы или нет. Как побороть внутренний страх самозванца? Гениальный вопрос. Да, хороший. Ну, знаете, часть ответа — это те самые корни, которые вас будут питать, какие бы они ни были. Но если вы понимаете, что за вами, за вашей спиной стоят ваши предки, которые вами гордятся, а если мы говорим о самозванце, значит, вы попали уже в какое-то общество, чувствуете себя полностью ему идентифицированным, вы уже там. Поэтому они вами гордятся в этот момент. И ловите этот ветер, не бойтесь, не стесняйтесь. Есть такое чувство страха, когда вы попадаете в не совсем естественное для вас окружение. Шутка над собой всегда спасает. Светский флирт, о котором мы говорили, шутка – это шутка. И вот этот доль юмор, нацеленный на себя и над собой, это очень хороший скраб. И молодости склонны. Знаете, молодым быть сложно, написала мама моей однокурсницы в общежитии. На столе лежало это письмо, я прочитала первую фразу. Молодой быть очень сложно. Я забыла тебе сказать, когда ты была на каникулах, что есть очень много соблазна узнавать, есть очень много вопросов, можно вопросы задавать и прочее, но есть очень много ошибок, и за них ты отвечаешь только сама, иногда всю жизнь. Поэтому вот я брови выщипала в детстве, теперь о них никогда не вставить, понимаете? Тоже могла бы этого не делать, но я же их сама, мама сказала, домой нельзя. Я прилетела из Артека с выщипанными бровами, она сказала, мы себя домой не возьмем. Нам не нужно такое. Нет, это невозможно, я не смогу тебя пригласить домой, я не могу, это не моя дочь.
Да, и даже отец растерялся. Он не знал, я стояла, я все поняла. Но она мне не сказала, что они никогда не вырастут. Мне этого не сказала. Понимаете, это мудрость, действительно, это провокация, которая действительно все ставит на... Но это и без юмора это было сказано. Это было жестко. Но это я запомню это навсегда. И уже потом я всегда говорила, видишь, можно было не выщипывать. Но никогда не обсуждала ее слова. Где учиться этикету, если лучшие школы для девушек исключительно для девушек с происхождением? Или с обязательствами? Происхождение – это не только украшение. Происхождение – это большие обязательства, когда ты отвечаешь за свою фамилию. И вот помните бесконечные тиары, диадема, заколка волосы? Вот это всех интересует. Но происхождение – это гениально. Для этого не нужны школы по этикету. Чтобы совладать своим происхождением, это обычно скромность, ничто так не украшает, как скромность. А где учиться по этикету, я не знаю, где учиться этикету. Этикету люди учатся всю жизнь, это процесс, который никогда не заканчивается. Наверное, была бы Нобелевская, если была книга, которой можно было бы овладеть, или курс какой-то, знаете, приложение, которое ты все прошел, и все получается. В каждой культуре правила будут иные, поэтому общаться, ошибаться, извиняться, заботиться – это и есть этикет. А все остальное, как бы там, вы знаете, ноги не сложили графиней такой или графиней эдакой вы сели, или под Диану, или под Леди Гага – это, знаете, вещи, это проще всего. Поэтому школа этому тоже не научит. Как, кстати, вопрос, вам он понравится? Как найти баланс между коммерческой выгодой? На нашем прошлом эфире, как представиться, если я барон фон. Да, да, да. Было очень забавно. Да. Как найти баланс между коммерческой выгодой, в скобках, тренд, и индивидуальностью? Как остаться собой, как бы не проиграть, да. Ольга, как не проиграть? Выберите индивидуальность. Даже не всегда... Берите себя и боритесь за свое. Не идите за коммерческой выгодой. Ставьте на тренд себя, всегда на свои... проходит. Тренд на тонный, да? Тренд, что это мгновение. Пролистали, дальше пошли в другой цвет. Вот он тренд. Никогда тренд это губительно, тренд. Будьте вне тренда. Мода для бедных, сказала моя подруга в детстве. Я тоже это хорошо запомнила. Что мы не пойдем на улицу, где продаются все известные марки. Ей нужно было платье выбрать. Мы пошли в другой адрес, к коллекционеру, который продавал подержанные second-hand. И действительно, и это было платье, в котором никто не прочел цену. Она не могла выйти, да, если рояль на сцене, в платье цена, которая рассчитывается. Правильно? Но это неприлично. При том, что она могла и зарабатывала, и все-таки выступала в зале Плиэль в Париже, а не просто дома у какого-то предпринимателя. Поэтому, Ольга, сейчас есть культ? Существует культ внешней красоты, верно? Нас спрашивают. Вы знаете, относительно существовал всегда, и красота всегда превалирует. Красивые люди. Это поощрялось. Красивые люди. Но чистота вашей красоты, независимо от канонов, я имею в виду гармония, дисгармония, то, как вы себя держите, как вы себя подаете, насколько вы обворожительны, ваша харизматичность, которая к внешним, да, если мы говорим о внешних параметрах, не имеет никакого отношения абсолютно. И поверьте, я знаю большое количество людей, которые не обладают совершенными чертами лица, осмелились сказать, что я ими не обладаю совершенно. Это не про меня. Но харизма, энергия, чувство стиля, подача – это есть всегда и во все времена. Я бы не сказала, что сейчас культ красоты. Наоборот, сейчас максимально широкий диапазон, который позволяет женщине с любыми параметрами, с любыми данными внешне реализовать, стать себя абсолютной красавицей. Быть если интересным я отвечу... человеком, интересный человек – это неинтересный внешне. С ним интересно, она интересна. Две сестры, одна красивая, а с другой интересна. Такого я не... Да, это... Но я считаю, что спорт, как раз внешняя красота или спорт, или, знаете...
походы в клинике – это не единственное светское занятие для того, чтобы встретиться в зале с мужчиной мечты. С ним надо, дальше нужно будет с ним так или иначе разговаривать. И вот этот small talk, если это не му и не ну, то это уже, конечно, большое подспорье. И здесь абсолютно килограммы и граммы, хоть нам Карл и сказал, что это хорошее занятие терять, что диета и упражнения диеты ему нравятся. Но он шутит, не забывайте, шутка в этом есть всегда доля правды. Вопрос утверждения. Очень красивый вопрос. В продолжении несколько нашей темы. Когда нет понимания, какую дорогу выбрать, пишет нам наша зрительница, неплохо прислушаться к родителям, к советам родителей. В моем случае это оказалось самым правильным решением. Когда в выпускном классе меня начало бросать из одной выбранной профессии в другую, мама дала мне адрес института, в который я, по ее мнению, должна поступить. Так и не определившись с выбором пути, поступила в вуз, выбранный мамой. Основываясь на мнении мамы, и первые два курса мучилась, собираясь бежать, перевестись в другой вуз, пока на третьем курсе не начались практические работы с программными комплексами. И вот тут-то я поняла, что это мое направление, и выбор абсолютно правильный. Намного позже спросила маму, почему она выбрала этот вуз, хотя у нас никого в семье специалистов этого профиля никогда не было. А я заметила, как быстро ты решала головоломки в детстве, и какие конструкторы тебе нравятся. И я вообще знаю тебя дольше, чем ты. Есть. Плюс еще 9 месяцев. Это действительно такое интересное, интересное письмо, интересное признание. Как вы думаете? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, очень мудрая мама, и ей большое спасибо. Она все-таки отталкивалась от увлечений своей дочери. К сожалению, зачастую родители, желая счастья детям, выбирают для них с точки зрения родителей наиболее материально привлекательные профессии. И когда ребенок не может определиться сам, что ему интересно, родители советуют что-то такое из того спектра профессий, которые либо наиболее престижны, либо у них есть некое коммерческое будущее, не ориентируясь на внутренние потребности и интересы ребенка. Ну вот сейчас биология, они у нас превалируют, да, биология, разработки в области вот, каких-то, ну, я не знаю, там, и родители очень часто не, здесь не соответствуют интересам ребенка и просто отправляют их именно в эти индустрии, и потом дети зачастую мучаются, и мы знаем то, что, ну, далеко не все молодые люди потом работают по своей специальности. То есть очень часто, что родители посоветовали какой-то физический факультет, мальчику нужна математика, либо там высшая математика, институт нефти и газа, а потом ребенок реализуется совершенно в другом, и профессия имеет весьма прикладной характер. Другое дело, что в любом случае хорошее образование дает очень хороший, очень такой базовый системный навык работать. И сказать главную фразу – хорошее образование. Вот это очень важно. И, например, я доверяю своим собеседникам, хэштег, и в одно из воскресений моим собеседником был Павел Щитровицкий, известный как Паша Гарвард, и он дал очень красивый ответ. Дети не должны становиться зачеткой родителей. И в то же время взрослые приятели, кто-то говорит, да, прекрасно, дочь, я поддерживаю твой выбор, что бы ты ни выбрала. Интересно, помни, что тебе главное, чтобы ты понимала, что из зарплаты нужно будет оплатить счета за электричество и расходы на жилье. Еще кто-то из моих знакомых сказал, что желательно, чтобы в конце дня были копеечки от этой специальности в кармане. Тогда это будет наверняка. Наверняка то, что в кармане, а не будет когда-то очень далеко. Большой бизнес-план. И Павел Щитровицкий сказал, очень красивый, дал мне пример. Я не думала, потому что я никогда не училась в Гарварде. Он сказал, преимущество Гарварда, преимущество американского образования, в частности в Гарварде, в том, что специализация начинается позже, через несколько лет с 3-4 предметами в семестр. И только потом нужно будет определиться. Вы сказали, образование. Вот это и есть пул образования, комплекс, да, из которого вы потом поймете, кем вы хотите стать.
И на самом деле не всегда детство это такое мечтательное, беззаботное и гарантированное. И, ну, вы знаете, я играла 3 сезона в реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница». И я точно знаю, и знаю по себе, и знаю, что детство бывает страшным испытанием на самом деле. И не только у девочек из сериала «Пацанки» мы скорбим по действительно ушедшему принцу, консорту, да, мужа Ее Величества Елизаветы II, у которого было сложнейшее детство и просто очень сложные драматические молодые годы. И все равно потом он позаботился о своей матери, да, и он ухаживал, он выделил ей комнату, он ее встретил и действительно заботился, какими бы горькими ни были его воспоминания детства. Это не легенда, это не кино, это реальная жизнь. Просто не нужно думать, что тиара и вот это все лишает вас каких-то драм жизни. Это все равно чувства и трагедии, они случаются, поэтому и все равно потом есть ответственность за родителей. Никогда. И одно из напутствий, которое как раз давала в этом прекрасном, это девочки от 17 лет и старше. И, естественно, кто-то стал победителями, они прошли время в школе, прошли испытания и отправлялись уже еще раз с чистого листа в новую жизнь. И я сказала, летите, вы птицы, вы свободные птицы, все свободно. Вы все рассчитываете только на себя, но когда вы будете парить высоко, и когда вы будете любоваться своим полетом, и вас с земли будут любоваться вами, помните, что вы должны смотреть в одну точку, ваше гнездо, как там, и спуститься, приземлиться в свое гнездо и позаботиться о тех, кто дал жизнь. Что бы там в гнезде ни происходило. И первый их вопрос был, почему я должна это делать? В детстве обо мне не заботились. Но в этом и есть любовь. Это большая ответственность, правда? И я тебя люблю, это не просто присказка. Скоро увидимся. Это совсем про другое. Поэтому примеров на эту тему очень много. Я, например, свое увлечение жизни... Я, наверное, осознала, кем бы я хотела быть, но знала, что у меня нет, при любом труде, у меня нет данных для того, чтобы профилирующий при огромном конкурсе сдать экзамен по математике на географический факультет. Но я сохранила свое увлечение детства как хобби. И так получилось, что когда я пошла на филфак и отправилась в дилектологические экспедиции, все ко мне пришли, мои любовь к природе, к растениям, к этнографии, все у меня соединилось. И честно вам скажу, наверное, года 3-4 я ходила на географический факультет. Раньше же объявления и там семинары, пары, расписание, все прописывалось. Я знала все предметы, которые они проходят. Мне было настолько интересно, и где будут практики, какие группы, как это все формируется. Я параллельно подглядывала, как это там все устроено. Но, наверное, я что-то вынесла. И действительно, умейте мечтать. И знайте, когда и где эту мечту можно подхватить и попробовать сформировать. Не всегда получается, но она действительно... И вот эти увлечения, это и есть начинка жизни. Для меня это так. Я начинки люблю. Я люблю. Абсолютно. Правда? Абсолютно. И пирог от пирога отличается начинкой. Тесто важно, тесто важно. Тесто, я думаю, это образование. Да? Но начинки, да, и увлечения, которые могут стоять как хобби, как блажь, как какие-то совершенно не сочетающиеся увлечения в жизни. Вот это и есть опыт, это и есть ваша начинка. От этого вы становитесь, и вам становится интересно, и вы становитесь интересным. И не только в 18, и в 58 тоже, через 40 лет тоже. И действительно, я люблю текстиль, я люблю вышивки, я люблю этнографию, но я никогда не хотела быть конструктором одежды или поступать в институт, как это называл, технологической легкой промышленности. Нет. Но я люблю глобус, и я знаю, как этот глобус в своих интересах раскручивать. И я знаю, где, когда цветут какие редкие растения, и могу туда поехать их подсмотреть. Ну и что, что у меня нет диплома на эту тему? Мне интересно жить, я так считаю. И при этом я все равно еще забочусь. Поэтому я думаю, что отвлекайтесь, расширяйте свой кругозор. Пробуйте, ошибайтесь, лечите шишки и пробуйте дальше. Да, второй раз
уже это и есть опыт. Лиза, хороший пример. Она понимает, когда набила шишку, когда было горячо или холодно. Понравилось, не понравилось. Главное попробовать. Поэтому не в ущерб окружающим, это, конечно, не есть. Главное не идти вниз, правильно? Главное по лесенке своей мечты всегда и увлечений подниматься наверх. Иногда вообще неожиданно ты берешь скалолазание, это тоже хороший навык в жизни. Все это пригодится, все это всегда, эти навыки всегда, 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 эти образы всегда полезны, терминология полезна. И тогда этого не происходит в офисе, если ты прекрасно поскалолазал в молодости и прошел эти этапы, ты знаешь, что в жизни можно чего-то сделать. Тогда все-таки ты идешь на несколько ступенек вниз, на несколько драматических ступенек. Конечно, ничего. Бывает у всех. Нужно остановиться, зафиксироваться и опять начать свое восхождение вверх. Это бывает. Поверьте, нет ни одной блистательной карьеры, ни одной известной личности, на которой вы можете ориентироваться или ссылаться, без вот этих спусков вниз, без каких-то ошибок. Абсолютно. Без... Это все часть жизни. Главное, не бойтесь остановиться, признать эту ошибку и начать свое восхождение заново. А мы разве с вами не поднимались где-то в холмах, горах, когда мы понимали, что по этой тропе мы не поднимемся? Там завал или что-то еще происходит. Мы опускали вниз, мы думали, мы осматривались и чуть-чуть меняли маршрут, но мы все равно приходили туда, куда нам нужно было попасть, правда? И сколько мы с тобой мечтаем прекрасных историй о тех женщинах, которые нас окружают, мы с вами знаем, и я, и вы, которые начинали вообще секретарями в больших холдингах промышленных, которые стали CEO-компаниями, сделали себе карьеру, учились, их отметили, им давали гранты учиться, их обучали и развивали. И вот это происходило в интересах компании. А это было просто, действительно, просто изменило судьбу, ушла из института и пошла туда, попробовала. Но вот пойти, попробовать и получить вот эти копеечки в конце дня, знать, что у тебя в кармашке есть минимум. Вот это ответственность за себя, конечно, и за тех, о ком ты заботишься. Поэтому вот я вчера опять-таки разговаривала. Это все случаи жизни. Я очень люблю такое общение. Взрослые вчера не только 18-летние обсуждают, как не потеряться, как состояться. Внучка профессора истории искусств из Рима и дочь бизнесмена хочет, мечтает стать девушкой из группы поддержки с шарами на стадионе. И они в шоке. Я наоборот, я говорю, послушайте, ну, группа сложный выбор, единственное. Туда сложный отбор, не всех берут. И иногда судят по физическим данным. Это может иногда ввести некоторый комплекс. Тебя туда не взяли, это была твоя мечта. Я говорю, осторожно только с этим. В остальном попробовала. Она не будет всю жизнь прыгать с этими шарами. Но это прекрасный возраст для экспериментов. Нужно, как говорится, перебеситься в этом возрасте. Конечно. Нужно попробовать всякие глупые, невозможные вещи, чем приходить к этому с сожалением в 40-50 лет и начинать экспериментировать над собой, куда-то рваться и начинать искать себя, когда ты уже, по идее, должен быть, ну, с какими-то, я не знаю, не в состоянии. Ну, разные амплуа. Бывают же разные амплуа в жизни. Иногда ты берешь себе другой амплуа, иногда ты действительно увлекаешься, и не все единомышленники вокруг. Поэтому я думаю, что мы с вами семья... Вы думаете, я права посоветовала семье профессора не расстраиваться? А, действительно... Абсолютно. Предупредить, что единственное, что внешние данные в группе поддержки доминируют. Что если не смутит получить вот этот удар по самолюбию, если не будет принят, то в остальном почему нет? Ну, я думаю, если она так себя мыслит, наверное, она готова к каким-то испытаниям, к физическим нагрузкам, тренировкам, почему бы и нет. Главное, чтобы брови не выщипывала, правильно? Главное, чтобы брови не выщипывала. Очень хороший вопрос. Чувство такта можно развить и разработать? У меня умерла собака. Подруга сказала, что жалко собачку. Когда возьмешь другую, пишет нам. Чувство такта можно. Люди реагируют по-разному. Да, совершенно. Главное не реагировать, вы знаете. Главное, чтобы у нас в вас внутри был этот камертон, и чтобы вас это не задевало. Потому что подруга могла думать совершенно о другом. У нее там свое представление о животных и о... в каждой семье, такие глупости случаются. Не воспринимайте это близко к сердцу и
Не делать каких-то вот таких глобальных, серьезных выводов, может быть, из этого, по крайней мере, для себя. Бестактно, да, больно, да, но не позволяйте таким вещам портить себе настроение и не фиксируйтесь и не циклитесь на них и не пытайтесь как-то перевоспитать. Вот вы нам недавно показали как раз вопрос обращения, тактичный выход из нетактичной ситуации, и да, абсолютно доброта, и я бы в случае с собачкой, если мы говорим о такте, я как собаковод понимаю, это больной вопрос, и это действительно большая потеря, но вы знаете, я бы здесь даже посоветовала объяснить, почему этот вопрос ранит, ведь когда идет разговор молодых девушек, ведь может не собаководу это может быть непонятно, да. И я знаю, очень многие, теряя животное, сразу берут след следующее и тоже породу могут. Это абсолютно индивидуально. Но объяснить смущение, объяснить этот вопрос ранил, это же тоже опыт. Опыт в общении ты получаешь. Не обязательно всегда происходит с тобой. Это опыт. Поэтому, мне кажется, этот лабиринт достаточно сложный. Лабиринт воспитания такта. Я думаю, такт... конечно, все можно воспитывать, и опыт это и есть формирование. Но есть люди, которые есть даже, смотрите, шутки ведь тоже есть. Мы ожидаем, мы знаем, что люди остро шутят, ядовито шутят, люди любят подтрунивать. Это характер человека. Но бестактность иногда можно аккуратно в доверительных отношениях обсудить. Не сейчас, когда тебе больно и горячо. Потом. Взять в третьем лице, привести пример, да, это понятно, что это приходит с годами, понимание, но, в конце концов, я вам доверяю, поэтому я доверила вам такой собственный опыт. Ну и вопрос, который вышел уже за следующий эфир, как говорить с детьми о половой жизни и ее начале после 18 лет. Вот тут я смутилась. И... Слушайте, очень хорошо на самом деле, потому что он важный, актуальный. Это жизнь есть, половая жизнь есть, есть жизнь сексуальная. Есть личная, есть в соцсетях жизнь, есть разные жизни. Очень неплохо, если бы вы начали говорить об этом ребенком, когда начинает задумываться, это где-то лет в 5, ну, у всех по-разному. И здесь, мне кажется, эта информация должна исходить именно от родителей максимально искренней, комфортной, тактичной форме. Исходя все-таки из того, что есть любовь. Есть любовь, есть связь между мужчиной и женщиной. Что такое половой акт? Какие бывают взаимоотношения? Как рождаются дети? Откуда они происходят? Что это такое? Как появилась мама и кто такая бабушка? Мне кажется, в модели семьи взаимоотношений понятно. Откровеннее и честнее, если вы поговорите со своим ребенком об этом, тем меньше будет у него домыслов разных каких-то историй, у него будет совершенно спокойное, адекватное отношение к чувству любви, к чувству сексуальности, к привязанности, к браку, к семье, к своим родственникам. Это очень, на самом деле, важный вопрос. Многие родители его отметают, делают что это не существует, что аист до сих пор нам приносит детей, но это, знаете, некая степень доверия между вами и вашим ребенком. Ну, знаете, у меня был такой разговор с одним из моих таких добрых старых клиентов, друга, я бы сказала, который очень просто задал мне вопрос, как примирить детей из разных браков, как их соединить и как, в общем, достичь примирения между ними. И я просто дала очень... Я в это время чирикала, и я говорю, послушайте, покажите им, что такое родовое дерево. Кто вы? Где вы? Какие ветви? Кто? И все дети от разных браков ваши будут висеть на одной ветке. И это визуально покажет, что они все равны, они все вместе. И что кроме них есть еще огромное разветвление. Действительно, кто откуда берется, от какого брака, и почему люди расходятся. Это тоже тема, которую дети должны понимать, тогда они не будут... Это на самом деле прекрасный опыт жизни, который как раз является темой семьи. И бабушка, и дедушка, и родители. Это все обсуждается. Это скрывать ребенка не нужно. На то, что человек умер, что теперь имя его не называть, и все на этом закончится. Я не согласна. Поэтому это абсолютно семейная история нормальная. Кто откуда появился, кто кого родил, кто как об этом правильно сообщить, сказать, как поздравить, чем
раньше дети вовлечены в эту ответственность, в те же похороны, в конце концов, это же тоже уход, но память остается, и роль в семье остается, и гены остаются. Но мы взяли прекрасную тему, 18 лет. Я бы хотела 18 лет, я бы, может быть, что-то иначе в жизни попробовала, но это невозможно, как бы я не любила свой глобус. Нам никогда не возвратить того, что было. Поэтому, Ольга, спасибо огромное. Слушала. Спасибо. Любовалась. Спасибо вам. И впечатлялась. Спасибо огромное. Вам красивого отдыха. И спасибо. Благодарю. Время 8 часов в понедельник. Я всегда это ценю. И вы знаете, я действительно благодарю вас за этот эфир. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Всем зрителям. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Сохраняю эфир. Как назовем? 18+. Да? 18. Спасибо. До свидания.